Этот достаточно небольшой срок, за 3,5 года, мы уже активным образом действительно привлекли 43 компании. Кстати, 26 из них – это из Китайской Народной Республики. Но у нас есть и проекты из других стран. Мы позиционируем свой парк как международный проект. У нас есть проекты и из Америки, и из России, из Австрии и Германии, Израиля и так далее. То есть мы готовы принять инвесторов из любой страны мира. За 5 лет уже создано дополнительно больше 200 тысяч рабочих мест в Республике Беларусь, и в том числе в парке «Великий камень» развивается, строится производство, которое дает возможность нашим людям, ну, я имею в виду населению Республики Беларусь, участвовать и быть задействованным в реализации этого проекта. В парке наши люди, которые здесь работают, получают зарплату выше, чем в среднем по стране.